Привет! В этом уроке мы с вами немножко познакомимся с такой программой, как Audacity. Мы сейчас узнаем, как выбирать шум и ставить запись посередине записи. Вот так вот. Окей, давайте запишем такой простой пример. Раз, два, три, четыре, пять. Остановим. Давайте послушаем, что получилось. Закрой дверь. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Так, вот такая вот запись. Так. Так, наша задача удалить вот это 4 и вместо него поставить нормальные 4. Так, для этого давайте сделаем следующим образом. Для начала возьмем и нормализуем вот этот звук, чтобы громкость нормальная была. Для этого выделяем все. Весь трек, Ctrl-A, эффекты, Normalize, и нажимаем ОК. Вот. Давайте послушаем, что получил. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь звук громко стал нормально. Так, теперь запишем новый трек, где мы запишем новый 4, да? Так, раз, два, четыре. Вот. Давайте послушаем. Четыре. Вот. Так. Удалим ненужные фрагменты. Вот. Delete. Клавиша delete. Выделяешь зону. Вот так вот просто и delete. Так. Теперь вот этот трек надо. Нет. Вот этот трек полностью вот так. Выделяем. Теперь эффекты. Normalize. Okay. Давайте послушаем. 4. Вот. Теперь выделяем вот это все. Зажимаем Ctrl-X. Ctrl-X это вырезать. Вот эту дорожку пока что пускай стоит. Так, и либо можно сделать Ctrl-C. Ctrl-C скопировать, чтобы пока пускай вот это будет. Нажмем соло, тогда вот этот только трек будет проигрываться. Вперед 5. Вот здесь мы ставим. Мы можем как бы заменить фрагмент этим треком, либо вот здесь вот поставить именно на указанное место. Вот. Если зажать Ctrl и прокрутить колесико мышки, то можно сделать приближение. Так, давайте, можно сделать фрагмент, то есть вместо этого фрагмента мы ставим вот этот, полностью вот этот трек. Либо вот так вот, просто указываем вот здесь, и вот здесь поставится вот этот трек. Правка, ставить Ctrl-V. Ctrl-V. Вот, давайте послушаем. Раз, два, три, четыре. 5. Так, мы забыли удалить четыре. Вот этот. Вот так вот. Давай послушаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Теперь все нормально. Так, вот этот трек можем удалить. Вот. Отключаем соло. Теперь удаляем шумы. Для этого делаем следующим образом. Заходим в эффекты. Нет. Надо полностью выбрать трек, Ctrl-A, эффекты, удаление шума, создать модель шума, нажимаем сюда, и должны указать фрагмент, где есть шум. Например, вот этот. Этот маленький диапазон, эффекты, удаление шума. Вот, теперь вот эти кнопки активировались, прослушиваем. Ну, в принципе, сейчас давайте посмотрим. Удалить шум нажмем. Ой, так. Фрагмент шума. Так, надо, оказывается, не так. Прошу прощения. Вот. Просто выделяем фрагмент. Вот так вот. Удаление шума. Создать модель шума. Окей. Нажали. Вот этот фрагмент
принял, ну, программа поняла, что этот фрагмент как будет пример шума, и во всем треке оно сейчас удалит весь шум, используя вот такой пример. Так, эффекты заходим обратно и удаление шума. Удалить шум. Вот. Послушаем. Раз, два, три, четыре, пять. Немножко приглушенный получился, и поэтому Ctrl A, эффекты, усиление сигнала. Прослушаем. Раз, два, три, четыре. Нажимаем ОК. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такой вот результат у нас, и вроде все. Окей, а если есть какие-то вопросы, пишите. Окей, о новой версии AudioCity. Так, интерфейс чуть-чуть поменяли. Вот, а в целом осталось как было. Так, нажимаем запись. Раз, два, три, четыре, пять, семь. Вот. Раз, два, три. Так, конечно, выделяем все. Ctrl-A, эффекты. Нормалировка сигнала. Вот. Немножко поменяли название, термины. Но ничего страшного, все, в принципе, 5 похожим названием. Окей. Выделяем фрагмент шума. Эффекты подавления шума. Создать модель шума. Окей. Теперь выделяем все. Подавление шума. Нажимаем окей. Раз, вот. Два, три, четыре. 5, 7. Даем новый трек. Раз, 6. Два, три, четыре. Вот. Так, вот это соло. 6. Выделяем. Вот это выделяем. Это про фрагмент. Эффекты. Нормалировка сигнала. Нажимаем ОК. 6, 4. Так, вот этот фрагмент. Ctrl-C. 7. Вот сюда ставим Ctrl-V. Вот, готово. Этот трек можно удалить. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 4, 7. Вот так вот. А во время записи лучше бы отключить трек, который уже записан. Дабы как бы на фоне не, ну, воспроизведения не было, не записалось. Вот. И как у меня сейчас получилось. Ну все, закончили. Пока. А теперь рассмотрим такую тему, как сохранить звук в формате MP3. Заходим на этот сайт. Вот. Так. И выбираем. Нужно выбрать битную систему не операционной системы, а программы самой. AudioCity сохраняется в x86, значит, надо скачать 32-битную версию этого DLL. Скачали. Вот я скачал вот такой вот zip, и то, что находится в этом zip, копируем папку программы и плагинс вот сюда. Берем сюда. Так, и потом запускаем AudioCity через запустить от именно администратора. Окей. Открываем формат наш новый. Так, открыть WAV файл. Вот. И экспортировать аудио. Выбираем MP3. Выбираем, например, тест 1, 2, 3. И вот. Нажимаем ОК. Так, не сохраняем. И вот формат у нас раз, есть. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такой вот результат у нас. Окей, все.